Япония – одна из первых развитых стран, которая оперативно внедрила законодательство, регулирующее работу и развитие индустрии цифровых активов. Однако на сегодняшний день инвесторы несколько утратили интерес к криптовалюте. Агентство по финансовым услугам Японии, ФСА, 3 сентября 2019 года опубликовало данные о работе консультационного бюро для участников рынка финансовых услуг. При этом статистические данные свидетельствуют о снижении объема запросов, касающихся виртуальных валют, что подтверждает тенденцию, складывающуюся на протяжении нескольких последних кварталов. Спрос падает на фоне снижения ажиотажа вокруг блокчейн-технологий. Консультационное бюро ПрифСА за квартал с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года обработало всего 494 запроса о криптовалютных активах. Это меньше, чем за предыдущий квартал, завершившийся в марте 2019 года, когда было зафиксировано 574 запроса. Падение количества запросов свидетельствует об общем снижении ажиотажного спроса на все проекты, связанные с цифровыми активами и технологией блокчейн. Специалисты в ФСА в комментариях отмечают, что также на падение интереса может повлиять ужесточение контроля японских властей над этим сегментом финансового рынка. Последним жестким действием ФСА был административный иск, предъявленный в июне в адрес криптовалютной биржи Fisco. Данные действия последовали после инспекции, проведенной в феврале 2019 года, в ходе которой были выявлены. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.